Детский коврик-пазл. Основное преимущество в том, что пазлы легко поддаются трансформации. Их можно подрезать и воткнуть даже в самое сложное место. Плиточки пришли целыми, нигде ничего не погнулось и не сломалось. Запах китайщины немного был, но после мытья он исчез. Толщина каждой плитки примерно 1 сантиметр. Этого вполне достаточно, чтобы комфортно на нем сидеть и не мерзнуть. А там как фантазия работает. Можно собрать прямоугольник или квадрат, а может какую другую фигуру из этих цветных квадратиков.